Приветствую вас, благодарю за лайки, за подписки. Мои карты знают все. И на классической колоде давайте посмотрим, с чем не согласен закатный партнер. С чем закатный партнер не согласен? Произнесите вслух либо про себя его имя, его возраст. Повторите за мной вопрос, с чем он не согласен. Касаемо ваших отношений, конечно же. С чем не согласен? Он не согласен с тем, что по карте дьявол он зависим от вас. Он зависим от этих отношений, и он это не принимает. Он никак не может с этим согласиться и понять, что он просто без вас не может. Ему постоянно хочется хватать телефон, ему постоянно хочется мониторить соцсети, ему постоянно хочется про вас много знать. С чем еще не согласен? Смотрите, какой дерзкий. Он даже опровергает любовь. Он не согласен с тем, что у вас шанс на любовь. С тем, что Вселенная вас познакомила, свела не случайно для того, чтобы у вас были взаимные чувства и текли так, как надо, энергии. Еще одна карта, карта влюбленная. Он не согласен с тем, что вы пара. А почему? А почему ты не согласен? Ну, потому что он не в состоянии выводить отношения на новый уровень. Почему не можешь выводить на уровень? А потому что проходит трансформация. Потому что тут еще вмешались предки вашего рода, которые не дают ему вот в том его таком виде, так скажем, да, в том его в таком настрое двигаться к вам, бегать по кругу. Ему ваши предки не дают, не пускают предки к вам. Мужчина считает себя императором, но как-то тут, знаете, запахло разочарованием тем, что он вроде как с этим и не согласен. Ведь вопрос об этом. Не может принять то, насколько вы ценная и важная женщина для него, и что вы вообще-то его женщина. Не может согласиться на то, что вам нужно давным-давно уже пирком, мирком, да за свадебку. Но, прекрасно понимать, что ему надо проявлять инициативу, что ему надо ехать к вам, либо приходить к вам и решать все вот эти вот проигрывать, проговаривать, прорабатывать вот эти вот все нюансы, но он с этим не согласен. Знаете почему? Потому что он позиционирует себя с императором, но на самом деле он вот такой вот пажик, желающий любви и эмоций, но по сути ребенок, не желающий брать ответственность. Рано или поздно по карте умеренность, а гармония вернется в ваши отношения, об этом говорила ранее выпадавшая карта «Мир». И своей любовью вы растопите любое ледяное сердце, и все случится вам во благо, и вам искренне этого желаю.